Всем привет! Сегодня мы приготовим рассольник ленинградский. Итак, поехали! Для начала мелким кубиком нарежем овощи, такие как картофель, морковочку и лук. Так, начинаем. Добываем огонь и ставим казан прогреваться. Казан прогрелся. Добавляем чуть-чуть масла. И обжариваем овощи. А пока обжариваются наши овощи, нарежем говядину. Такими крупными кусками можно резать. Чуть-чуть цвет овощей поменялся. Достаем овощи. И обжариваем говядину. Обжарили с одной стороны, переворачиваем. Говядину обжарили с двух сторон, добавляем 2 литра воды. И сразу же сюда отправляем промытую перловку. Тут примерно грамм 50. Дошло для огурцов. Тоже нарезаем мелким кубиком. Нарезали огурцы, отправляем это все дело в казан. Говядина у нас сварилась, достаем ее. Идем нарезаем помельче. Нарезали говядину и возвращаем ее обратно в казан. И сразу же отправляем наши обжаренные овощи. И оставляем это все дело минут на 10-15. Добавим чуть-чуть универсальной приправы. Совсем капельку. Осталось добавить кусочек сливочного масла. И наш рассольник готов. Осталось только попробовать. Ну, я люблю со сметанкой, так что кто не любит, может не есть сметана. У нас получилось насыщенный вкус, не просто объедение. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Mm-hmm.